все хорошо, адаптация проходит. Мы немножко отошли от этих наших военных будней. Приятные николаевские люди, понимаете, совсем другая атмосфера, она лечит. Самое главное, чтобы нам определили место базирования новое. Это был город Николаев. У меня там еще 30 человек находится, которые ждут решения по выводу техники, которые выйдут, если будет принято решение забирать самолеты.